Клево всем, друзья. Был сегодня на рыбалке, по лицу это видно, в очередной раз она сгорела. Осталась прикормка, хорошая прикормка. И я решил не выкидывать ее, а заехать с ней на разведку на Кубанское водохранилище. Проверить, что тут да как. Давно тут не был, говорят, что-то подлавливается. Вот на вечерочку решил заехать. Так что я с фидером на Кубанском водохранилище, на бетоне, в районе хутора Ленина. Будем пробовать рыбку, будет не будет. Погнали! Ребят, плохо я знаю водохранилище. Реально ловил всего два раза. Тут есть ребята, которые по нему сверхпрофи. Знаю точно, что тут сейчас где-то есть недалеко ровное плато из плит. Потом опять спуск такой же бетонный до песка. Где что ловить, я не знаю. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ого. 11. Так, и где же это плато? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0, 20, 17, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, на 32 40 грамм груз. Офигеть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Так, вон то вот походу плато. Может на нем или вниз уйти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Да. Вот, короче. Начал груз прыгать, и там буду маркериться. Не знаю. Эти места. Глубина приличная. Сположу 4 кормушки. И хватит перемешать. Ну, тут ловиться здесь может все, но чаще всего это густера, подлещик, рыбец, чехонь, шимая. Это основные здесь рыбы. Сомик обычный мелкий часто бывает, влетает на соревнованиях у ребят. У меня есть два видео. В одном я попал в зверский шторм, волны были несколько метров, я ловил и хорошо клевал, клевала рыба. В другой я попал в штиль, клевала рыба очень сильно, но мелкая. И все, и больше с тех моментов не был тут. И до этого не был. Ну, в принципе, хорош. И вот вопрос, где здесь рыба? Она может находиться совершенно в разных слоях. Может быть под ногами, может быть внизу бетона, может быть на песке. И вот ее надо найти обычно. Ну, я на разведку, запариваться не буду. Есть тут и лещ хороший. Раньше было его много. В детстве его ловили очень много. Потом его процедили за много лет. Лещ есть, но крупный есть.
Но чтобы он прям ловился, это редко. Чаще все ездят за ним ночью. Много очень рыбца, шимаи, но они, к сожалению, у нас сейчас под запретом. Начну с опарыша из двух. Все, первый в бою. Разведка боем. Самое интересное, бывает именно в шторм лучше всего клюет и крупная рыба. Нифига себе. Оп, оп, оп. Есть, 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 ребятки, кто-то. Упирается. Хороший кто-то, хороший. Так, я думаю, не идти ли мне за подсаком. Рыбчик. Небольшой. Ничего себе, у зубах у хищника побывал. Сразу на лету сел. Тут если чихонь сюда заходит, и то ее получается раскормить, можно черное творить с ней. Очень много поймать можно. Главное ее раскормить, и чтобы она подошла. Иди сюда. Иди сюда, рыбка. Ух. Бьется упористый кто-то. Упористый, хорошенький. Я думаю, может, за подсачком. Еще один. Эх. Жаль, их отпускать надо. Небольшой. Червячка скушал. Опа, есть, есть кто-то. Упористый, упористый, упористый. Похоже на рыбца. Кто это, рыбчик? Так, удлиняюсь поводком. Посмотрим на результат. Даст ли это что-нибудь? Удлиняюсь через ставку. На поводке по 30 сантиметров. Вставки надо навязать, так закончились, пришлось связать. Так, вставка у меня 40 сантиметров и поводок 30. Так, ну пока червь работает лучше опарыша в разы. Смотрим на результат. Будет ли 10 поросят?
Загиб был хороший, но не реализовалась поклевочка. Но поклевка была серьезная. Пока по длине поводка вижу, что расстояние между поклевками увеличилось. Время для поклевки более длинное. Мелко. Результативность пока даже хуже пока. Время между поклевками длиннее, больше между забросом и поклевкой. А результативность я пока не вижу, чтобы была лучше. Еще раз. Укорачиваю. Так, поводок сделал сейчас примерно 40-45 сантиметров. Бутербродик. Нифига себе. Кто это тут? Ну, укоротил поводок буквально чуть-чуть, и ждать время сократилось до поклевки от 2,5-3 минут до 30 секунд до первого касания рыбы. Казалось бы, 15 сантиметров разница. Ну, как-то так. Бревно плывет. Половим так. Все, проплыла. Палка плыла, цепляла. Да, сюда бы ему кашки положить, порезать мяско. Было бы интересней. Иди сюда. Иди сюда. Блин. И опять ковтнул. Плохо так. Или там сидит? Не понял. Он сидит, да? Сидит, сидит. Еле-еле дюбал. Ого, ого, кто это такой? Упористый. Сколько его там, ребят? Вот честно, рыбца за ни разу еще не багрил. Тот же размер, вот как под копирку. На лету поклевка была. Опять резкие, мощные, одиночные. Такие есть. Резкие, мощные, одиночные. Чихон, ребят, махонькая, смотрите какая. Чихон.
сабля микро. Иди сюда. Иди сюда. Ну какой, как он бьется, а? Как бьется. Ого-го-го. Ого-го-го, это кто? О, это дикий сазан, друзья. Дикарь. Сазан. Настоящий. Из кубанского водохранилища. Но, как всегда, мелкий у меня. Я, бывает, их ловлю много, но еще и в заглот. Вот это хреново. Вот такой усатый, краснохвостый. Смотрите, усики настоящие. Вот. Дикарь, как многие любят. Где поймать дикаря? Вот поймал. Теперь отпускаю. Беги. Его у нас реально много стало за последние несколько лет. Но большая часть... Вот сейчас в Кубани он ловится. В основном не крупные. До килограмм полтора-два влетают. В отчетах я вижу в основном примерно грамм от 500 до кило. Но иногда чуть больше влетает. Но честно, не еду на Кубань, не снимать, потому что снимать, потому что я не знаю, где сейчас можно сесть, чтобы спокойно, без толпы. Несмотря на то, что река Кубань ниже водохранилища длинная, а мест, где нормально можно половить, очень мало. Чтобы была рыба и не было людей. Оп. Давай, давай. Оп, есть. Потому что куда ни приедь, там, где клюет, там народу. Чихо, мелкая. Ну, чуть покрупнее, чуть покрупнее. Красивая. Какая она красивая рыба. Крупную бы половить, чтобы вот встать на нее и как дать жару. И как дать жару, как было. Очень по много ловили. Но расход прикормки просто страшный. Ловили так. Кормушка касается дна на Кубани, на течении. Кормушка касается дна несколько секунд, пока поплавок, поводок выпрямляется, и выматываешь. Все. И объемной кормушкой несколько пачек вот так вот. И несколько десяток чехоней. Так вот раскармливаешь, раскармливаешь. Если стайка подошла, черная творит. Можно так наколбаситься. А на течение тяжелая кормушка. Ну давай, хорошо всадил. И вот честно, не знаю мест, куда бы сейчас на Кубани поехать, половить, чтобы сазанчика половить, хорошо посидеть. Чтобы народу было... Потому что по последним выездам, когда я ловлю, а люди с двух сторон начинают кидать в мою точку, это жесть, выше, выше и ниже по течению сидят и начинают донки кидать в мою точку. Честно, ловить на Кубани желания нет. В Кубани не все. Когда ты на Кубани половишь, снимешь видос, вот поэтому не хочу. Иди сюда. Вот с руки эффективность засекаемости в разы выше. То есть я вовремя подсекаю, и он не успевает выплюнуть. Так, есть.
И вот смотрите, ловил 30-сантиметровым поводком. Поклевки шли частые, результативность была не сильная. Удлинился до 70 примерно. Поклевки сразу, время до поклевки увеличилось кратно. Укоротил на 15 сантиметров всего лишь. И время до поклевки вкратно уменьшилось. Это вот любителям длинных поводков. Мне неоднократно писали, что я ничего в рыбалке не понимаю. Нужно ловить только длинными поводками. 60+. Если бы нашим спортсменам разрешали ловить поводками в спорте любой длины, они бы ловили любой бы длиной, а не 50+, разрешенные в спорте. Водохранилище очень интересное. Погода может поменяться моментально, очень быстро. Сейчас легкий бриз небольшой, небольшая волна, через полчаса уже 2-3-метровые волны. Еще через 2 часа опять штиль, волны нету. Да, тут хорошо бы опарыша или червя порезать бы в кормушечку. Это было бы весело. Подрезать, и эффективность была бы в разы лучше. Мясо нужно ему. Целый день просидел на солнце, морда сгорела, уши сгорели, нос сгорел. А сейчас сижу, так ветерок легкий, кайф. Вот реально сижу и кайфую. Рыбка поклевывает. Бомба. Класс. Такая кайфовая, размеренная рыбалка. Иди сюда, иди. Иди-ка. Бля, сошел. Ну что ты ляжешь будешь делать, а? Иди сюда, иди. Иди. Упористый ты мой. Вау, я сегодня самый крупный, да, наверное. Заглот. Иди сюда. Вот тоже пару раз дюбнул, и тишина и сидит. Ох, как он бьется. Да, и в шахту. Это говорит о чем? Поводок длинный, 45 сантиметров. Иди сюда. Да, покрупнее чуть пошел под вечер. Чуть-чуть крупнее, чем был. Ребят, напишите, если у кого-то был опыт использования на рыбца прикормки чеснок. Если был, то какие условия и как показало? Сидит опять, ребят, не было вообще. Что-то там пару раз слегонца дюб. И все. Ну, сопливчик. То есть для этой рыбы, которая сейчас активность. Смотрите. Паразит. Спасем рыбу. Вот для этой активности рыбы вот этот поводок 45 сантиметров длинный. Заканчиваю рыбалку. Обрезал. Что могу сказать? Рыбалка была суперская, классная, шикарная, спокойная рыбалка. Я вам всем желаю больше таких рыбалок. Далеко кидать не надо. Большой груз, кормушка большая не надо. Рыба клюет. Нормальная рыба клюет. Ни крупная, ни мелкая. Не можно ездить сюда без садка. Все равно ее отпускать. Ни холодно, ни жарко. И ветерок легкий, обдувает,
просто кайф. Вот просто кайфовая рыбалка. Рыбалка, от которой ты балдеешь. Вот я реально сейчас получил удовольствие. Просто такая рыбалка на расслабухе. Всем желаю больше таких рыбалок, ребят. До новых встреч.